Так, ну все, мы приехали на Южные ворота, и сейчас у нас задача найти наш груз. Примерно вот так сейчас выглядят мои штаны. Мне просто хотелось сесть и разреветься. Я иду сегодня на мастер-класс по живописи. Очень давно хотела сходить на подобные мероприятия, но постоянно что-то не складывалось. Мне вчера пишет знакомая и приглашает на свой мастер-класс. И я подумала, что это знак, и нужно точно идти. Образ у меня получился максимально ученический, да? Но с нотками небольшого бунтарства в виде массивных украшений, кафов и таких вот. Короче, не знаю, мне прям очень нравится. Привет! Вот, собственно, наша виновница торжества, человек, который меня позвал на мастер-класс. И вот, собственно, мы будем сегодня рисовать. Аня дала мне сейчас референсы. Будем выбирать картинки, что будем рисовать. Тут пришла Ангелина. Она стесняется, хотя она очень красивая. И у нее лук сегодня такой интересный. Вау! Закончилось, и, блин, не знаю, это было потрясающе. Очень классно провела время, очень сильно мне понравилось, и, наверное, бы я сходила еще на такое, потому что своего рода рисование все-таки это медитация. Вот когда рисуешь даже вот такое безумно простое, у тебя отключаются все мысли вообще в голове, и ты ни о чем не думаешь. Это потрясающе. Это просто жесть, вы не представляете, что сейчас произошло. Я сейчас оплатила товара на 900 тысяч рублей. Если честно, я до сих пор нахожусь в шоке по поводу своей поставки, потому что это самый большой груз из Китая, который должен ко мне приехать. Максимально у меня было 70 килограмм, а сейчас приедет больше 600. Такого не было еще никогда. Ну и сумма заказа тоже огромная. Так как предыдущий влог я снимала в начале марта, мне хочется сейчас немножко восстановить хронологию и ввести вас в курс дела, чтобы вам было все максимально понятно. Формирование этого огромного груза из Китая происходило тоже в марте, в начале и в середине. Я оплачивала его двумя этапами. 7 марта я оплатила первый груз, и 15 марта я оплатила вторую часть груза. Сегодня 15 апреля, прошел ровно месяц с полной оплаты всего моего заказа, и как раз-таки начиная с сегодняшнего дня, в течение ближайшей недели, в Москву должны прийти все мои грузы. Весь этот большой заказ был разделен на 4 части и упакован в 4 разные посылки. Сегодня мне написала карго уже, что в Москву пришло 2 груза, 2 посылки из 4, и, собственно, получается, что мне осталось дождаться еще 2. Сегодня 17 апреля, и все. Весь товар приехал в Москву. Сегодня мы их поедем сами забирать. Позже расскажу, почему сами. Получается, я рассказывала, что я планирую забирать груз при помощи транспортной компании. В итоге первые 2 груза, которые пришли в понедельник, я забрала как раз-таки при помощи транспортной компании. И мне до сих пор их не доставили. Сегодня среда, то есть уже вот 2 дня полноценных прошло. И позвонили сегодня, сказали, что завтра точно доставят. Получается, что доставка транспортной компании уходит 3 дня. В принципе, нормально, да? При условии, что это в 2 раза дешевле, чем если я буду платить водителю. Но, получается, сегодня у меня пришли 2 оставшихся груза. Если я их отправляю транспортной компании, то доставят мне их только в субботу. А это очень много дней, которые я могу потратить на упаковку. Да вообще, за это время я уже успею все, возможно, даже отправить на склады Валбриса. Но это, конечно, не точно. Кстати, что касается складов Валбриса, это просто отдельная история. Кто не в курсе, сейчас для того, чтобы отгрузить на склад Валбриса, нужно заплатить очень много денег, потому что Валбрис ввел платную приемку.
И ладно, если бы эта приемка была просто платная, ну, обычно там, например, 10 рублей за единицу товара, но они сейчас еще ставят коэффициенты на эту платную приемку, и там может быть коэффициент x3, x5, и, например, на складе в Хабаровске коэффициент вчера был 119. Ну, просто я не знаю, это какие деньги нужно платить для того, чтобы отгрузиться, но на самом деле Валберес это все делает как раз-таки для того, чтобы люди не отгружались на определенные склады, потому что эти склады переполнены. Почему такое происходит? Все очень просто. Есть сейчас куча экспертов, так называемых в кавычках, которые пытаются всех обучить селлерству, которые говорят: заходите с 5000 рублями, покупайте, отгружайтесь на склады. Короче, вот эти все мамкины селлеры, которые напроходили курсов, сейчас отгрузились на эти склады, и у них ничего не продается. Все это лежит там мертвым грузом, и поэтому Валберес вводит вот такие меры. Я увидела классную идею, заказала себе вот такие круглые этикетки, и хочу на них напечатать свою картинку и клеить это на товары. Как же печатать на вот таких круглых этикетках? Оказывается, нужно установить какую-то специальную программу. И сейчас я буду пытаться это делать. И надеяться, просто скрещу пальчики на всех своих руках и буду надеяться, что у меня наконец-то все получится. 2 hours later. Я не знаю, это прям какое-то проклятие, будто я не могу установить программу на компьютер. Так что буду продолжать искать информацию, как же мне напечатать на вот этих этикетках то, что мне нужно, потому что, ну, хочется красивых этикеток. Но этим я уже буду заниматься позже, потому что сейчас мне надо бежать. За мной приехал Сережа вместе со своим другом. Мы сейчас поедем на Южные ворота забирать мой груз. Мы приехали на Южные ворота, и сейчас у нас задача найти наш груз. И как бы посмотрите просто, сколько здесь этого добра. И где же тут находится именно мое, я пока не знаю. Мне сказали, что меня встретит человек, так что пойдемте его искать. Как выяснилось, найти груз — это полбеды. Меня правда нашел человек, встретил, все показал. И самая основная проблема — это вывести груз с территории склада. Сейчас осталась завершающая миссия. Нужно теперь, чтобы водитель заехал на территорию вот этого вот места. Я заказала грузовой автомобиль в Яндексе, в Яндекс.Доставке. Вот. Сейчас машина подъезжает, уже сделали пропуск на него. Заезд на территорию такого грузового автомобиля — это Hyundai Porter у меня. Будет стоить 2000 рублей. А чтобы вы понимали, мне грузчик сегодня утром, который работает здесь, говорил, что заезд будет стоить 5000 рублей. Оказывается, в этот день приехало очень много посылок из Китая, и из-за этого образовалась огромнейшая пробка. Дошла сейчас до водителя, нашла его, сказала, что я не буду отменять заказ, типа, ждите. Вам все равно придется приехать. Мне кажется, он максимально был недовольный, что ему выпал такой заказ, потому что он сидел и такой на меня смотрел. Мне кажется, хотел мне в рожу плюнуть. Беру свои слова обратно. Спустя час платного ожидания мне все же пришлось отменить заказ, потому что водитель не сдвинулся ни на метр в этой ужасной пробке. А въезд на территорию карго вовсе закрыли. Мне пришлось отказаться от идеи забирать груз самой, и я решила все-таки воспользоваться услугами транспортной компании. Как итог, 3 часа потраченного времени и минус 4000 за каршеринг и ожидание грузчика. Примерно вот так сейчас выглядят мои штаны. Кроссовки. Просто красота. На следующий день мне привезли первую часть моего груза, и это были 3 огромные коробки. Первую коробку раскрыли. Здесь абсолютно новый товар. Следующие 3 дня я занималась подготовкой к поставкам и ждала, когда же мне привезут вторую часть груза. Я разбирала товар, клеила этикетки и заказала 100 коробок для поставок. По итогу транспортная компания задерживает сроки доставки, и вместо обещанной субботы груз доставляют мне только в понедельник в 3 часа дня. Друзья, наконец-то настал тот день, спустя неделю, да, вот окончательно прошла неделя, с минуты на минуту сейчас привезут мои те самые посылки. Я сюда. Посылки все мои товары из Китая.
А понедельник — это был тот самый день, когда у меня было запланировано две огромные поставки в Каледино и в Казань. Отменять эти поставки, либо переносить на другой день я не могла. Приемка на склады Валберес была платная, и эту дату я вообще поймала за две недели до этого дня. Поэтому нам ничего не оставалось, как только включать режим турбо и просто на каких-то x10 скоростях собирать эти две огромные поставки. Не, если я буду там как грузчик, тогда не надо. Ну извините, либо так, либо никак. Если там ты оставишь ссылку, скажешь, пиздец, молодой, перспективный для хозяйственного парнишка. Молодой, перспективный хозяйственный парнишка, забирайте, пока не забрали. На сегодня все. Сегодня мы упаковали больше 300. Давай по новой, Миша, все. Сегодня мы упаковали больше 4000 товаров, отправили это все на склад Валберес, вынесли кучу мусора, еще упаковали кучу заказов ФБС, и кажется, пора идти домой, вообще есть, умываться, потому что сегодня мы еще ни разу не ели. А время сколько? Время часов 9. Все, пока. Но опять плачут небеса о любви и мечте. Но даже после такого сумасшедшего понедельника я не могла расслабляться, потому что на среду у меня были запланированы еще две огромные поставки, которые должны были отправиться в Невинномысск и в Тулу. Поэтому во вторник и в среду я занималась тем, что упаковывала все свои заказы, клеила этикетки и собирала короба. Сегодня к концу подошел второй упаковочный день. Мы готовим сейчас самую большую поставку. Появилось свободное окошко в Тулу. И вот... Уже сегодня упаковали 10 коробок, таких коробок будет, наверное, штук 20. Все свои поставки на склады Валберес я доставляю, естественно, не сама, а пользуюсь услугами логистических компаний, которые этим занимаются профессионально. И как-то так вышло, что именно в среду я потерялась во времени, и только в 5 часов вечера я вспомнила, что там груз и водители вообще принимают до 6 часов вечера. Я судорожно вызываю курьера, и мне показывают, что он приедет ко мне только через 20 минут. Я думаю, он так, ну ладно, спокойно. У него еще есть 40 минут для того, чтобы доехать до склада и все это отгрузить. Но затем я решила зайти и построить маршрут для того, чтобы посмотреть, сколько по времени вообще занимает поездка от моего офиса до склада логистической компании. И вижу там 1.5 часа. Признаюсь честно, в этот момент мне хотелось заплакать. У меня просто уже сдавали нервы. Посмотрите на вот это. Просто. И все эти две поставки были собраны за 2 дня. Получается, во вторник мы отправили... Нет, когда? В понедельник? Сегодня среда. Я что запутался в днях просто. В понедельник мы отправили две поставки в Каледино и в Казань. Сегодня мы отправляем поставку в Невинномысск. Невинномысск и в Тулу. Главное, сейчас успел, чтобы приехать водить. Если он не приедет на место в 6 часов, то я буду в большой, огромной заднице. Время. Время как бы 30 минут, да, уже без сколько? Уже сюда почти 40. Ура! Теперь ему ехать 40 минут, и я не знаю вообще, как это все будет происходить. Но потом я поняла, что мне попался просто прекрасный человек, прекрасный курьер, который искренне хотел мне помочь. Конечно же, он опоздал. Он приехал практически к 7 часам вечера. Он приезжает на точку, звонит мне и говорит: «Скажите, пожалуйста, свой номер телефона, я вам сейчас напишу в WhatsApp». И в этот момент, честно говоря, мое сердце закололось. Он мне пишет в WhatsApp и присылает вот такое вот видео, в котором показывает, что все мои поставки, все мои коробки начали принимать, и говорит мне о том, чтобы я не беспокоилась, все идет под контролем. Я искренне рада, что апрель наконец-таки закончился, потому что это был самый тяжелый и напряженный месяц вообще в моей жизни, наверное. Друзья, сегодня у нас уже 11 мая, это значит, что все товары на склады Валберес уже отгружены и поступили в продажу. И сейчас наступило то самое время, когда нужно заниматься активно их продвижением, для того, чтобы все это, естественно, не лежало там мертвым грузом. Собственно, этим я и занималась все эти 11 дней. И именно благодаря этому я побила свой собственный рекорд. Сейчас я хочу подвести промежуточные итоги и рассказать вам немного о цифрах. Честно, для меня это просто шок. Итак,
Барабанная дробь. Оборот за 11 дней мая составляет 1 112 850 рублей. Скажу вам честно, такого еще у меня не было никогда. Я не останавливаюсь, продолжаю работать и кину вам небольшую затравочку. Вчера я оплатила новый груз из Китая. Подписочку просто так аккуратненько, чисто дзынь нахуй и полетели.